В областном центре наводят порядок на городских кладбищах. К празднованию Пасхи санитарную уборку проведут на территории 12 захоронений. Наша съемочная группа наблюдала за наведением порядка на кладбище по улице Портовой. Татьяна Красикова расскажет подробнее. После зимы скопилось немало работы, говорит белгородка Надежда Пахомова. Несколько раз в год она наводит порядок на могилах родственников. Обязательно приходит перед Пасхой, чтобы покрасить оградки и высадить новые цветы. Мы стараемся осенью убрать листву, там то, что вот осталось. А на осень, весну оставляем подкрасить, фотографии там, если что, подправить, такие работы. Долг и обязаны мы убрать могилу отца. Кладбище по улице Портовой самое большое в городе, 105 гектаров и более 100 тысяч могил. Работы по санитарной уборке сотрудники Белгорблагоустройства ведут ежедневно. Повсюду на территории расставлены мусорные контейнеры, в том числе и вот такие большие 8-кубовые. Мусор здесь вывозят каждый день. Слишком много скопилось прошлогодней листвы, а в старой части кладбища еще и валежника. К наведению порядка активно подключились и сами горожане. Мы начали замечать, что люди начали более сознательно относиться к уборке. В плане того, что даже собирают люди в пакеты, в мешки и выносят это к контейнерам. Есть, конечно, люди производят уборку и выбрасывают мусор в неположенном месте, где в труднодоступных местах это потом убрать. Но по мере поступления проблем мы стараемся с ними справиться. Накануне на кладбище спилили все ветхие деревья, отремонтировали водопровод. Воду, кстати, уже дали. Сейчас рабочие красят бордюры и лавочки. С главных аллей убирают пыль, а на связующих дорогах уже приступили к ямочному ремонту. Песок на кладбище тоже уже завезли. На все места городских захоронений израсходовано будет более 300 кубов. Некоторые работы по наведению порядка проведут непосредственно в последнюю неделю перед Пасхой. На последней неделе мы довывозим везде мусор. Смет будет производиться межквартальных проездов. Выставим биотуалеты на территориях кладбищ. Планируем высадку однолетних цветов. Но пока это упирается в погодные условия. Поэтому мы планируем вертикальное озеленение вот у нас на въездных воротах и клумбы, которые у нас имеются на территории кладбища. Порядок предстоит навести на 12 городских кладбищах областного центра, а эта территория почти в 160 гектаров. До праздника Светлой Пасхи рабочие обещают справиться. Татьяна Красикова, Александр Подобный, к этому часу, Белгород.